Здравствуйте, дорогие наши друзья и подписчики! Вот и мы отметили светлый праздник Пасху, с чем мы поздравляем всех православных. Подготовка началась накануне, и, конечно, в этом наши мартыхи не участвовали. Но зато от всей души помогли внуки. И мы с батенькой постарались. Напекли бискотти, пироги, покрасили яички. И уже в сам праздник были полностью готовы. Утро началось тепло и душевно. Всей семьей устроили чаепитие. Сели за стол, поздравили друг друга. И про наших младших членов семьи, конечно же, тоже не забыли. Каждый получил свое угощение. Кому что больше нравится. Завтракали все с аппетитом. И яичко отведали. У малышни перепелиное. По спецрецепту пирог с яблоками, блинчики, ну и бискотти в честь праздника. Тебя с праздником. Да, с праздником. Пусть все будут здоровенькие, счастливенькие. Пусть у всех все будет хорошо. К слову, Зямочка стал еще более самостоятельным. В этот раз и с яичком справился сам. Молодец, радует нас. Риночка тоже теперь ест более спокойно, не нервничает. А как же без яичной битвы? Победителей нет. Победила, конечно, как всегда, дружба. Выпросить что-нибудь со стола у папы дело святое. Папа добрый. Он обязательно чем-нибудь угостит. Ну а после вкусного праздничного завтрака каждый нашел себе занятие по душе. Шарики решили отдать малышам. Но что-то не всех они впечатлили. Раньше Сёмка очень любил играть шариками. Но в этот раз, видимо, чувствует, что взрослый, и поэтому выбрал приглядеть за малышней. Подумал, что пользы будет больше. А вот Михаилу шарики понравились, а Эрик даже испугался немножко. Это шарики, Ирюшечка. Это шарики. Так впечатлился. Ты боишься шариков? В общем, шарики Эрику не понравились. А вот Юрик напротив. В таких веселых играх малыши могут провести целый день. Но Семен за ними приглядывает, бдит, так сказать, чтобы не хулиганили. А где пригляд, там и самому поиграть совсем не лишнее.
Хотя энергии у Семёна уже, конечно, меньше, чем у этих сорванцов. Нет-нет, да и усаживается посидеть, дух перевести. Но присматривает, без внимания не оставляет, как и положено вожаку. Ты к Юрику пошел? Ты к Юрику пошел. Юра маленький, он даже не такой, как Эрик. Чё, не выходит каменный цветок? Открывай, открывай. О, голуби мои. Эти два голубя убежали. Убежали. Опять. Вот такой по-семейному теплый денек у нас получился. А мы всех поздравляем. Всем желаем мира, света и добра. И до новых встреч!